Всем-всем большой привет! Давайте полистаем 14-й каталог в компании Avon. Хотя на ютубе уже девочки выложили, но тем не менее меня некоторые мои подписчики просят все равно полистать. Поэтому давайте. Единственное, в этот раз, как никогда, я вообще еще не смотрела каталог, поэтому будем смотреть вместе. Буду, может быть, путаться, что-то, может, вы заметите сами, но давайте листать вместе. Очень хорошее предложение, как я сейчас вижу. Два продукта за 399 рублей. Можно брать их со страниц со второй по седьмую. Любые два продукта. Сюда входит помада «Матовое превосходство». И давайте посмотрим, что еще. Туши. Карандаши. Ну, карандаши хорошая цена, 150 рублей один получается. Выгодно. Вот такие карандашики тоже для губ. Румяна 2 в одном. 399 рублей. Новинки осенние по хорошей цене. Если вы берете по каталогу на 450 рублей какие-то товары, кроме определенных страниц, то можно взять либо сумку за 1500, достаточно дорогая в любом случае, и шарф 699 700 рублей. Вот. Ну, красивая сирия, кто любит такие нейтральные цвета серые, то смотрится, конечно, красиво. Видно, там еще идет позолота, да, нитка такая позолоченная. Темно-серый, светло-серый и такая золотая нитка. Ну, красиво. Любителей таких цветов, цветовой гаммы, то заинтересует. Дальше идут ароматы. Любой аромат 500 рублей при покупке на 450 рублей с каталога. Ну, хорошая цена, 500 рублей, это выгодно. Новинка. Брать название не буду. Женский аромат. Можно комплимент за 30 рублей взять. Лосьон для тела. Мужской. То же самое. С комплиментом. Attraction. 900 рублей. Ну, идут тоже они парные. Набором. Forever и Tomorrow. Есть 10-миллилитровые ароматы за 235. Так, эти знакомые. Тут серия Today. Давайте эту помаду-то закрою. А то что-то она... Нет, не закрою. Ну пусть торчит, ладно. Надо было сразу ее прихлопнуть. Ну давайте вот здесь ее вот так запечатаем. Все лишнее, чтобы у нас не мешало. Вот посмотрите, мне вот эта страница понравилась. Новинки 15-го каталога. И можно вот так я покажу. От Kenzo Takada, если я правильно читаю. Эксклюзивно для Avon. Представляете? Для нее, для него вот такие два аромата. По 40 рублей можно взять пробники их. Мужской и женский. Ну вот, соответственно, и сам Kenzo, с которым, видимо, тут сотрудничает Avon. Это супер предложение, конечно. Это даже круче, чем когда Avon расчески от Tangle Teaser, да, взяли. Ну, давайте дальше. 709 Incandescence. Новый аромат. Потерла. Понравился. Ну, тут входит бергамот, магнолия, ветивер. Мне нравится, когда бергамот, вот такие вот ароматы. А вот красный я не знаю, не помню аромат. Хотя тоже бергамот идет. Гордыня, жасмин. По 709. Ну вот персив теперь 100-миллилитровый. Для любителей персива. Можно брать. 1000 рублей идет он в наборе с маленьким 9 миллилитров. Прибавилась цена. Смотрите, 2 уже 1200 стало.
потихоньку растут и растут цены. 2719 такие ароматы. Но тут повыгоднее, потому что вот и Мари я взяла в прошлом каталоге 399, 400 рублей получается. А тут получается 361. То есть чуть-чуть, но повыгоднее. 290 вот эти вот ароматы. Кстати, очень приятные ароматы. Хоть они не сильно долго держатся, но для лета они очень прекрасные. Любой дезодорант 79. Женские, мужские. Тут на все вкусы. Приятно, что разнообразие постоянно делают. 30 мл. 300 рублей. Можно взять теперь и Приму, Инкадесенс, Фэм и Персив. Мужские ароматы, тоже недорогая цена, 289. Новинок вроде особо не вижу или пропускаю. Ну, листаем. Недавняя новинка, да, вот этот красный Full Speed. Так, мужские 729,1. Ароматы. Ну, это маленькие, наверное, да? Где тут вес? 30 миллилитров, да. Так, листаем дальше. Помады. Очень мне понравилась эта помада. Вот я брала себе, давайте покажу, вот эту нежная роза. У меня подруга взяла экзотический розовый. Ну, пока еще мы не успели посмотреть. Она завтра ко мне придет. Если получится, я, может быть, даже при ней их сверю. Вот эти помады. Потестируем. Ну, посмотрю я, как будет. Если будет возможность, то, может быть, потестируем мы с ней. А может, уже девочки, трендсеттеры, показывали что-то из этих помад. Я только приехала, ничего, никого не смотрела. Со своим каналом пока. Так, помады смотрим дальше. Ну, тут цены большие. Приятнее, когда они идут с большими скидками. Тут тоже такая цена высокая. Ну, выгодная, да, вот помады и туши, которые впереди, две брать. Тут карандаши, которые не попали тоже под акцию. Так. Ну вот для маскировки новинки. Так я что-то и не взяла, хотела, но так и не взяла. Я желтый хотела, синяки под глазами убирать. Но 239 рублей один. Может быть, возьму еще, не знаю. Тем более сейчас есть что убирать. Ну, тут девочку замаскировали, мне кажется. До макияжа ее сильно подсинили под глазками. Ну, красиво. Давайте дальше. Так. Румяна шарики и просто румяна. Будет новинка в 15-м каталоге. Ультралегкий матирующий тональный флюид. Идеальный тон. Можно взять за 28 рублей. Так, где он у меня? Пробник. Вот такие три цвета. Слоновая кость, натуральный и... теплый бежевый. Вот. А в следующем каталоге эти деньги вычтут, если вы возьмете полную версию. Вот тут лаки. Так, вот здесь новинка. Сыворотка для ногтей кутикула, длина и укрепление. Она уже второй раз, по-моему, да, мелькает. И вот новинка вот эта. Базовое покрытие для ногтей, выравнивающее. Они уже мелькали в прошлом, по-моему. Новая формула в тональнике написано. Ну, серия люкса по таким же ценам. Мешок для активного отдыха можно взять за 450 рублей при покупке любого товара к
кроме определенных страниц. Детский набор. Так что сюда входит. Четыре детский парфюмированный набор. Туалетная вода. Фруктовая сказка, цветочная дружба и веселый праздник. Вот. Три водички. Ну а здесь сладкая фантазия. Один аромат. Пена, лосьон, спрей для волос. Тоже детская серия. Очень красивая брошь. 199 рублей в розовой ленточке. Вот мыло, которое я взяла, прям не смогла мимо пройти. Привлекло оно меня. Так, планета спа. Давайте ее пролистаем. Новинка. Двойной эликсир. Впервые одно средство заменяет крем и сыворотку. Вот. Сейчас о нем узнаем больше. Купите любые продукты NU на сумму 1400 со страниц следующих. И закажите набор с нашими премиальными хитами всего за 100 рублей. В набор входит вот такая симпатичная косметичка. Парфюмированная вода Today. Маленькая. Гель для душа Today и объемная тушь для ресниц. Вот. Вот такой набор. Ну вот, соответственно, сыворотка и крем. Вот она. В общем, если сыворотку покупаете, то вот этот набор за 100 рублей вам можете взять. А сыворотка 1500. Ну, еще скидка на нее же будет, да? Так. В общем, думайте. Ну, либо любые другие средства набрать на сумму 1400 можно. Я так сильно не буду на них останавливаться. Пониже. Я пытаюсь под камерой смотреть, поэтому я ее повыше поднимаю. В камеру-то совсем мне мелко кажется. Любые два за 400 рублей. Нутроэффект. Ке. Для тела. Для лица. Для рук. Ну, большая линейка в Kia для рук. Даже большой 200 мл сделали крем. Для рук. Так, давайте дальше. В прошлом хотела взять Outswalking, но что-то так я на него и не смогла купить. Тут тоже, гляжу, он есть. Ну, не знаю, как получится или нет. Ну, жалко, когда хорошие ароматы уходят из каталога. Конечно, жалко. Так, Color Trend. Новинка, четвертый аромат. Ну, он уже тоже не первый каталог мелькает, но еще является новинкой. Выгодно брать 3 за 390. Ой, за 319. Так, дальше. Вот такой вот стиль артизан. Если я правильно ударение ставлю, новинка 2500. Женское платье. Вот такое. А тут идет жакет женский, 2800, и вот украшение. Т
Так, тут сумочки интересные. Тоже вот на девушке украшения. Платье такое. И сумка. Ну, это даже не платье, а топ. Топ-блузка. Вот он тут. Соответственно, вот такие украшения и сумка. Что еще показать-то? Вот так. Вот тоже брелок. Кто любит сов? Такая симпатяга. Если где-то цены не видно, вы спрашиваете. Сова является и брошью, и подвеской. Вот. А цены, если что, спрашивайте. Много вот из одежды, украшений, сумки, новинок много. Вот так. Тоже новинки, видите, какие сумочки. Пижамы очень симпатичные. Любая 1300 при покупке со всего каталога. Давайте так пижамки покажу. И на девочках. Так. Очень много одежды, правда? Одежды, сумок много. Прям вот. Прям можно было им отдельный каталог делать. Скидочная страница. Наборы. Посмотрите, какой Сенсес. Симпатичный. Эйвону 130 лет. И вот. Давайте я вот так поближе покажу, потому что сама впервые вижу. Может, вы что-то тут прочитаете. Вот. Вот так. Интересно, оформили. Новый гель. Живописная Тоскана. С оливой. Дальше смотрим. Лагуна. Гигиена, женская гигиена. 2 за 200 выгодно брать. Footworks. Ну, действительно хит продаж. Но он хитом, наверное, стал, когда его за 55 рублей тогда продали, этот крем. Но он действительно самый лучший, мне кажется, в Avon. Ну, для моих ног, понятно, да? Так, листаем дальше. Набор за 380 рублей, 5 средств. Эту пену, наверное, выводят из каталога. Ее в каждый набор, в каждую распродажу. В каталоге 15, вот они, новые будут ароматы. Эта серия Naturals. Появляется вот Edwin Technics, теперь в новом дизайне. Видите, очень красивый дизайн, конечно, сделали. Даже у расчесок поменяли дизайн. Смотрится очень красиво, стильно прямо. Ну, в сравнении с прошлым, конечно, очень приятно смотрится эта серия. Даже в руке держишь, они какие-то матовые такие. Флакончики приятные. В общем, замечательно оформили вот эту вот серию. А аромат все прежнее осталось.
То есть везде пишут новинки, но на самом деле это не новинки, а переизданные форматы. Вот это является новинкой. Сияние. Ну, как новинка. Опять же, это вот переизданный формат. Да. Для блеска. Давайте я уж тут вываливаюсь из кадра. Я смотрю под камерой, я уже сказала об этом. Поэтому я все время выпадаю из кадра. Меня потом ругают, что я стены показываю. Так, тут что у нас? Любой за 99. Шампунь, да, получается. А, вот я цену-то не вижу, названия не вижу. Вот такие названия. И можно взять любой. Но это они же самые, да, которые были, только переизданные. Каталог мы закончили. Давайте фокус посмотрим и распродажу. Так, тут выгодно брать инкандесенс более 2, 4 или 6. И тогда скидка будет 40% для вас. Так. Также выгодно брать вот эти румяна. Более 2 штук. Тоже будет скидка 40% для представителей. Вот они, эти два аромата от Кинзо. Любой 990 рублей набор. В набор входит 5, наверное. Да, 5 пробников по 0,5 и парфюмированная вода. Женская вода 50 мл, мужская 75. Вот так вот. Будет новинка красная смородина Food Works. Можно будет брать. Входит скраб для ног, средство для ванночек и увлажняющий крем для ног. Также вот тональный маскирующий флюид, идеальный тон, по 215 рублей. Но в отличие от каталога, да, пробников это было 3, то их на самом деле 5 оттенков. Камера нагрелась, у меня рука прямо аж это обжигается. Так, тут у нас что? Лосьон для тела с маслом семян миндаля, глубокое питание. И крем для тела и лица 200 мл. Вот это крем, вот это лосьон. А тут, наверное, пробники, да? Так, это для клуба. Вот такие украшения тоже новинки следующих компаний. Тут пробники. И фанцы от нее. Вот такие вещи. Давайте еще распродажи полистаем. А вот это для всех, наверное, одинаковое. Поэтому я как трендсеттер, наверное, не буду показывать. Моды и стиль от 15 августа по 5 сентября для всех. Ну и это, наверное, стиль жизни будет тоже, наверное, для всех. Вот. Давайте просто вот эту полистаем. Распродажу. Если надо что-то ближе или точнее, вы спрашиваете. Я, как всегда, вот так пролистаю. Food Works распродают старый дизайн. Скидывают вот эти мыла. Но они очень дорогие, конечно. 100 с лишним рублей. Это очень дорого. Так. Дальше. Достаточно большая.
тут. Вот так. Ну, а эти, не знаю, мне кажется, у всех оно одинаково. Давайте так вот издалека. Если что, то все. Остальное я показала. Ну, а это вот так. Ну, это для всех будет. Кто-то говорит, показывай, кто-то говорит, не надо, это у всех есть. Не только у трендсеттеров. А это, не знаю, что тут. А, ну тут стандартно, наверное, то, что купальники. Ой. Одежда. Ну, если вдруг будет прямо срочно надо, то скажете. Так, не знаю, что тут показывать. Я мало обращаю внимание. Кстати, смотрите, обувь. Ну, 300 рублей. Ой, 3000. Женские сапожки. Вещи. Так. Тут все похоже. Мне кажется, дороговато. Ладно, ну все, на этом я заканчиваю. Главное, это каталог и фокус, как мне кажется. А все остальное для всех в свое время. Уже не так интересно. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем, кто был со мной. И всем пока!